Доброе утречко, земляне! Уже слышу удивленные голоса. А почему не уважаемые любители рок-музыки? Ведь вы, наш любимый Волощук СД, именно так всегда обращаетесь к своим подписчикам. Да, вы не ослышались, уважаемые любители рок-музыки. Сегодня я обратился к вам именно как к жителям планеты Земля. И обратился так потому, что в прошлый раз я рассказывал инопланетянам о нашей прекрасной голубой планете и о нас, ее прекрасных обитателях. И еще я пообещал инопланетянам, что продолжу рассказ о нашем земном шаре и о нашей человеческой задушевности. Выполняя свое обещание, я хочу более подробно рассказать пришельцам из других миров о наших прекрасных человеческих качествах. Поэтому сегодняшнее стихотворение я так и назвал «О нас, землянах, более подробно». Мы из отряда больших приматов, но мы ходить умеем на двух ногах. И можем задом, полуприсядом, а можем ползать и скрываться в бегах. И мы клыкасты, очень зубасты, на все готовы для добычи жратвы. И мы умеем петь серенады, если хотим залезть кому-то в трусы. И мы, конечно, выше приматов, ведь мы умеем рассуждать и мечтать. Как не работать, но стать магнатом и на плебеев с высоты созерцать. Завидует нам наш младший собрат, живущий в лесу примат. Но уверены мы, что и другие миры завидуют нам точно так. Мы монархисты и демократы, простолюдины и патриции мы. Мы депутаты и бюрократы, из грязи в князи и вся жизнь как взаймы. И мы готовы, чтоб стать богатым, ударить в спину даже тем, кто верны. Мы вырожденцы и ренегаты, мы проповедники неправды и тьмы. Циничны с детства, говорим матом, на слова добрые мы очень скупы. Мы не способны к душевным тратам, мы поголовно и глухи, и слепы. Завидует нам наш младший собрат, живущий в лесу примат. Но уверены мы, что и другие миры завидуют нам точно так. Ну вот, я еще разок прорекламировал инопланетянам нашу прекрасную голубую планету и более детально рассказал аватарам о наших прекрасных человеческих качествах. Теперь я просто уверен, что они все скопом захотят прилететь к нам в гости, чтобы подружиться с такими прекрасными существами. А как считаете вы, уважаемые любители рок-музыки, рванут к нам всякие гуманоиды после моей рекламы? Жду ваши отзывы, земляне. С очень большим уважением, ваш Волощук СД. Существенном и важном, существенном и важном, позабыл о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.